Губернатор побывал на котельной в станице Кавказской. Она снабжает теплом и горячей водой жителей 16 многоквартирных домов, а также больницу и 2 детских сада. Но более чем за 30 лет оборудование устарело. Износ котлов сегодня составляет почти 90%. Это котельная, которая, коллеги, как бы мы ни хотели, доживает свой век. Поэтому у нас сегодня задача сделать такие правильные шаги, чтобы мы четко себя ощущали в завтрашнем, по крайней мере, дне, и уверенно и устойчиво. О том, что мы теплом гарантированно наши населенные пункты нашего края будем снабжать. Гарантированно и без боя. Еще одной точкой объезда стала котельная в Кропоткине. Она новая, современная, сделана по последнему слову техники. Строят ее инвесторы, в эксплуатацию сдадут уже в конце этого года. Она позволит заместить мощность уже устаревших 6 котельных. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что при таком оборудовании жители района точно без тепла не останутся. Планируется, что аналогичные котельные появятся еще в 10 муниципалитетах края.